В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем минус 6, минус 8. И ночью в тех же пределах 6-8 градусов с минусом. Юго-восточный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и небольшой снег. Днем минус 8, ночью минус 6 градусов. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем минус 7, ночью 6, ниже 0. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен небольшой снег. Днем минус 7, ночью также минус 7 градусов. Юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.